Сцену, где сотрудники ТО «Бекасыл-сервис» пакуют мусор в государственный флаг, случайно сняли прохожие. Этот кощунственный способ благоустройства тут же облетел WhatsApp. Полицейские среагировали оперативно. Примерно 12 часов дня от жителей города Шымкента были получены по WhatsApp фотографии, где четко видно, водитель и сотрудники грузовой автомашины при погрузке мусора использовали государственный флаг. Данный факт был зарегистрирован в РДР по статье 372 «Надругательство над государственными символами». Задержать коммунальщиков полицейским труда не составило. Уже через полчаса герои интернета давали показания в городском УВД. По их словам, намеренно флаг в качестве носилок никто не использовал. Просто произошло роковое стечение обстоятельств. Мы нашли этот флаг в мусорном баке на остановке «Промстрой». Он был грязный и порванный. На углу улиц Иляева и Байтурсынова мы его развернули и расстелили, чтобы посмотреть, что это такое. Но туда упал мусор. Мы флаг очистили, хотели его собрать, но в этот момент нас сфотографировали. На самом деле мы ничего плохого не делали. Тем не менее, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами», которая предусматривает штраф до 2000 месячных расчетных показателей или 2 года лишения свободы. Полицейские также выясняют, какое предприятие утилизировало в мусор государственный флаг. Данияр Худайбергенов, Гани Бектемисов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Утрар».